день болеть. А можно ли в день рождения обижать именинника? А можно ли в день рождения его подергать за уши немножко? Что, нельзя, что ли? А вы как думаете? Вот, правильно. А вот такой вот самый главный вопрос. Можно ли в день рождения отправиться в супергеройское приключение и получить подарки? Вот когда мне было 6 лет, я был немножко повыше вот такого роста. Вот давай, знаешь что? Мы тебе дадим 3 попытки. Если ты до моей руки вот так вот головой допрыгнешь, 3 попыток, то тебе 6 лет. А если нет, то тебе 2 и ты подержишься. Ну что, попробуем? Ну-ка, давай. Так, подожди, ты присядь немножко пониже, выпрыгни как следует. Так, ребята, вы поддерживаете. Давай! Давай, ну-ка, не буду, я с ним познакомлюсь вот так. Привет, меня зовут Бэтмен, а тебя как зовут? Я! О, ты что, руку-то отпусти! Я руку отпусти, сейчас совсем! Ничего себе, силач! У тебя, наверное, сегодня волшебная сила дня рождения. Ну-ка, покажи свои мышцы. Ничего. Попробуем по-настоящему. Итак, внимание. Разогреваем, разогреваем. Свои головы, плечи, животик, попу, коленки. Кто успел? Никто не успел, что ли? Ну-ка, давайте еще раз. Итак, разогреваем голову, плечи, животик, попу, коленки. И еще последний раз разогреваем голову, плечи, животик, хвостики. Ребята, у вас там хвостики. А что ж вы их там себе разогреваете? Хорошо, давайте попробуем последний раз. Разогреваем свои попы. Не понял. Вы что, исправляете, что ли? Это что такое вообще? Ну-ка, давай. Так, это у бабушки Митча на кухне так заложится. Ну-ка, давай, Ян, вместе с тобой на счет 3. 1, 2, 3. Беремся за руки и поехали на мотоцикле в одну сторону. Какой-то китайский бракованный шарик там попался. Последний раз надуваем и полетели в одну сторону. И полетели каждый на своем самолете, полетел, куда захотел. Ну, давайте здесь попробуем и так. 1, 2, пирожок. Так, ну что, кушать захотели уже, что ли? Я понимаю, супергерои всегда хотят подкрепиться. Итак, на счет 3 встаем. Не успеем, мы не с изъясками. Итак, еще раз попробуем на счет 3. 1, 2, компот. Так, я понял, они хотят кушать. Ладно, все, последний раз на счет 3. 1, 2. Ладно, все, без шуток. 1, 2, 3. Подпрыгиваем. И приседаем. Загрузи-ка соседей. Молодцы! Приседаем! Приседаем! Подпрыгиваем! Подпрыгиваем! Так, кто-то там у нас уже устал, ничего, совсем чуть-чуть осталось, нужно схватиться за головы. И не оторвать ни одной волосинки с головы. Так, приготовились. Приседаем. Приседаем! Приседаем за душку! Потопать ногами, похлопать руками и садушку перепрыгиваем. Молодец, потопать ногами, похлопать руками и садушку перепрыгиваем. Взять разбег побольше, ногами потопать, руками похлопать. До носа дотронуться одной рукой, другой рукой уши себе надрать и садушку перепрыгивать. Молодец, так. Ничего не слышу. Ну-ка, погромче. А время хотите узнать? Сейчас я вам скажу время. Ой. А, сейчас. Время. 2 часа. Ну-ка, пошагай. 1, 2. Молодцы, стоим. Еще раз спрашиваем. И... Сиси-папа, сиси-папа, подскажи, который час? Время. Так, время 4 часа. 1, 2, 3, 4. Молодцы, стоим. Спрашиваем. Сиси-папа, сиси-папа, подскажи, который час? Время. часов. Дальше у нас раз, два, три. Спрашиваем. Сиси-пап, подскажи, который час? Время! Апчхи! Сиси-пап, подскажи, который час? Голос пропал. Ну-ка, поближе подойдите, я вам скажу. Время. Обеда! Открываем, кричим, хал, 3-4. С днем рождения, Ян! С днем рождения тебя! Итак, Ян, ну что скажи? Ты готов? Да. Загадать желание? Да. Ну-ка, набери воздуха в грудь. Еще больше. Еще больше. Еще больше. Задувай! Ну ты что? Можно я? Ни одной свечки не задул. Можно я? Хорошо, набирай. Раз, два, задувай. С днем рождения! С днем рождения! Теперь смотрите все на меня. Прощаемся как Бэтмен. Вот так вот, как супергерои прощаются. Сначала показываю вот так вот. До, сви, да, ни. И потом мальчики делают вот так вот. Йо!